Что ж поделать? Бот слева. Поэтому я не стал стрелять сейчас в будку. Как будто это пофиг вообще. Все-таки. Это бот. Тут боссы. И граник там где-то у босса должен быть. Там банили людей без участия разработчиков, много срачей было, функционал был такой же у них. И даже, скажем так, выше. Для нас взломать админку и залить свой сервер, практически полный доступ. Но вот в Апексе получается, они ломают сервер. И типам на сервере некоторым подрубают типа автонаводку и ВХ и все там, все что требуется. Но как? Я не понимаю, как это происходит. Блять, опять ногу, ну за что? У меня бейсбола нету. Мне хана, скорее всего. Может, он не попадет? Бот, мочи его.
Но я не бедя! Лёг? Серьезно? Второй здесь бежит. Нет, он там же. Прыгай, что уж поделать. У-ху-ху-ху-ху. Извини. Етить, у него каска задефала. Я ему, наверное, штук 5 должен был сейчас в голову попасть, чтобы убить. У него каска с этим, с набалдашником 6 класса, поняли? Ой-ой-ой, блядь. Это было красиво. Вольф, спасибо. Спасибо. Кстати, ранил тут его, видите? Ну, с этого гана надо много попадать. Он чисто фановый. Опа. Вот и боссов кто подбил. Другого, правда, босса. Биг Пайп в двушке где-то сдох. А этот жулик здесь. Волосатый. Че, и второй здесь, хотите сказать? Типов они тут поубивали. Спир. Убитый в хламиндос просто, вообще жесткий. Так. Куда? Ну, снайпера они тоже убили. Вон, я же говорю. С набалдашником фастем. Так. А спирта с галочкой? Блять, это надо брать, чат. Надо все это дело брать. Так, сюда. Сюда. Блин. Паркурить могу. О, вот где граник, кстати. Офигеть. А где тогда... Как тогда бот мне в начале катки... Гранаты подствольные принес к трешке. Офигеть, бля. Бля, чисто... Ну, отдыхает чел. Чилит. Короче, знаете, как сделаем сейчас? Смотрите. Вот, видите? Гранаты. И тот бот мне принес гранаты. Посмотреть бы реплей, чтобы понять, что происходило в этой катке. Очень интересно. Все. Побежали.
Граник не важно сколько стоит, это нам для контента нужно. И там выхода нет, придется мол колоть. Я проверяю, по какой очередности он захилит нам грудную клетку. Он починил уже ногу, живот, руку. Еще одну руку починил. Сейчас починит ногу, скорее всего. Да. В последнюю очередь залечит грудную клетку. Ух. Нормально. И денежка вроде будет нормально. Неплохо для таможни. И файт был неплохой. Что за дико в коттедже маяка в оружейном сейфе? Серьезно? А почему они в оружейном сейфе спаунятся? Это нелогично. Ребятишки. Оружие вскидывает передо мной. Так. Он уже в чепчике в этом был, видели? В волосатом. И вот туда. Он где-то свою пушку даже сбросил. Да че какой-то бомж получается. Раз он свой ган выбросил где-то. Блин, а нужна ли мне его разгрузка? На самом деле не особо, но вот пластины бы я вытащил, наверное. Тут тоже полутонный, да? Ну да. А, и вон еще один жулик лежит. Странный сип, да. Странноватый какой-то. Окей. Лутает? Челки, что ли, пришли ко мне?
Он на улицу вообще вышел. Найс. Четвертый уровень? Только вставляешь ссылку на клип. Ой, блядь. Пойдет меня убивать? Вряд ли, да? Да, и сок он тоже не будет смотреть. Мне кажется, это ни хрена не дикий, кстати. Ёптать. Вы тут еще и бандой сидите. Сумка брошенная в углу. Ой-ой-ой-ой, она точно улетела? Что-то я не уверен. Сюда. Лутатели. Вовка. Вовка комбинат. Эть. МП-9, часть 2, чат. Там ледухи битком. Да, обязательно. Разведки, блин. Красные карты, 2 штуки лежит. Ровненько 5 типов. Без ботов даже.